Сегодня у нас продолжение рубрики «Лоскутное шитье» и очередное покрывало. Это покрывало будет в желтых и зеленых тонах. Какие-то квадратики мы просто вырежем из подходящей ткани, из темно-зеленого материала, из материала с зелеными цветочками. Из того, что осталось, сошьем квадратики в технике крейзи. У нас нашлась подходящая подкладка, она бело-зеленая. Вот что у нас получилось. В центре темно-зеленые квадраты, по краям более светлые. Есть и немного желтого материала. На мой взгляд, подкладка очень хорошо подошла, как специально для этого покрывала. Подкладка из натурального льна. Покрывало идеально подойдет для спальни, поскольку в спальне такие желтые шторы.